В Адыгее прошло заседание общественного совета при республиканском МВД. На нем были рассмотрены итоги деятельности в прошлом году и определены первостепенные задачи на ближайшее время. Открывая встречу, председатель общественного совета Рашид Хунагов отметил, что прошедший год был очень плодотворным, все намеченные планы удалось успешно реализовать. Далее к представителям общественности обратился Александр Ячицкий. Генерал подчеркнул, что за годы работы общественный совет накопил богатый опыт и контроль со стороны общественности. Ее объективная оценка работы ОВД является одним из основных факторов формирования имиджа органов внутренних дел. Мы реально принимая решения за этим столом, непосредственно в зале оперативных совещаний, мы реально реализовывали те задачи, которые, собственно говоря, были проблемными. И наверняка не решились бы оперативно, если бы МВД стояло бы в решении этой задачи один на один. Приоритете у общественников остается профилактическая работа с несовершеннолетними, более активное взаимодействие с общественными советами при территориальных ОВД на районном уровне, а также внедрение новых методов диалога полиция и общество.